Е-е, всем привет, с вами канал DH Play Games, с вами продолжаю проходить Spirit of the North. Так, пятая глава, мы остановились где-то здесь. Так, как, сука, вы... А, опа-на, это что такое? Так, мне нужно энергию сюда принести, да? Ясненько. Я, кстати, скинчик поменял. То ли стандартный взял, то ли который мы получили. Пятую главу проходим. Пойдем еще энергии нюхнем. А, не, нихуя не нюхнем, потому что открывается портал. Ух ты, нихуя! Так, статуи, статую. Множество, множество статуй. Ага. Охуеть. А, мы там были, да? Или не были? Или нам туда и надо? Или это концовка игры там находится? Что за лютый замок? Мне кажется, здесь что-то есть. Здесь что-то есть. Говорю, ты здесь что-то есть. Палка, так, надо найти шамана теперь. Что-то синенькое горит. Так, цветочек с энергией. Нюхнем. Нюхнем цветочка, зарядимся энергией. Хорошо, погнали. Ой, господи. Ну, возьми ты ее, блядь. Он не берет. Ага, надо очень близко подойти все-таки. Погнали искать шамана. Узнали путь, куда нам надо, или что это? Там концовка игры, что ли, будет? Или это направление, где шаман лежит? Так, я что-то слышу, что-то горит. Под нами, что ли? Нерил, нам туда надо отнести будет. Он не дает нам туда заползти. Значит, туда нам не надо. А туловище где? Я должен сделать так, чтобы он воскрес. Да? Да. Так, цветочки опять здесь.
Я не вижу его. Перепрыгивать надо, я понял вас. Подожди, мы же можем в этот, в режим духа входить, да? А можем в воздухе кинуть палку, например, туда? Блять, мы не можем палку взять, какого хуя? Блять, чуть не сработал. Так, что я делаю не так? Вот так я нашел ворота, я что-то их пропустил при первом забеге. Подожди, а где двойной прыжок мой? Сразу давай сразу 4 внюхнем. Я ничего не понимаю, я не понимаю. Так, вот ворота, вот дырка, так. У меня должен быть двойной прыжок почему-то не работает. Чтобы в духа превратиться, мне нужен цветок. Я не понимаю. Двойной прыжок, сука, по воздуху. Еще раз, блядь. Так, настройки, управление, ёпта, блядь, смотрим. F, 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 ага, форма F, R, space, ага. Что на букву F делает? Ну-ка давай на букву F попробуем. Один это фотографировать, орать, R. R перейти в духа, пробел прыгать, правая кнопка мыши махать хвостом. Shift бегать, VSD хуярить. Понятно. На F что делает? Давай на F попробуем. На F у меня закрыта способность. А, ясно, я вас понял, короче, съебываем отсюда. Ну куда?
Так, если нам линия говорит туда, значит там где-то может быть проход. В теории, в теории. А в теории его может быть не быть. Так, там замок недоделанный, недостроенный, видно. Висит в воздухе. Нам точно не туда. Здесь ворота закрыты, я хуй знаю, что с ними делать. Там мы хуй перепрыгнем. Подожди, а это похоже на портал, кстати. Может, его надо как-то активировать? Думаю, в призрачном обличии можно ходить по воздуху, но почему-то не дает. Вносится энергия, но нихуя не работает. Может, нам рил не сюда надо, а куда тогда? Куда туда-то? С самого начала начала это бесить голова, пятая глава. Так, мы прилетели сюда. Мы идем вперед. Так, здесь мы взяли палку, это точно я помню. Мы здесь взяли палку, нам показали, что вон туда вот идет след. Дальше мы бежали вот так, вот так, вот так вот. Может, здесь что-то мы упустили, может, здесь есть какой-то тайный ход. Получается, и вот здесь, кстати, палка загорелась. Вот. Она зашумела. Вот, шаман здесь, вот что, понятно, вот что она зашумела, тут наша палка. Дальше куда? В
палкой разобрались, шаманом разобрались. Далее-то что нам следует сделать? Можно перепрыгнуть здесь, в другом месте, в ком-то. Меня эта игра что-то начинает огорчать. Вот здесь вот надо перепрыгнуть, по-любому. Вот здесь где-то должен быть активатор портала. Подсказку, подсказку, требую подсказку. Как я должен перепрыгнуть, если не перепрыгивать ни в каком обличии, ни в собачьем, ни в духовом? Даже активатора нигде нету, который был показан в начале. Нарисовал ни портал никакой. Сука, ты же должен был портал мне нарисовать. Опять за цветком бежать. Цветочек я вижу. Дожди, дух же у меня какой-то классный, имбовый был. Он вроде летать может. Для него просто прыжки дальше и выше. Должен уснуть, получается, да? Подожди, это место для сна, наверное. Вот если вот так представить, да? Что за буква F? Вот что буква F делает? И это мы еще не получили. Может, я должен нажать Shift пробел F? Shift пробел F? Или F? Или просто пробел F? За духа должен активировать портал.
Да нихуя, блядь. В общем, вот мы и прошли миссию. Я посмотрел в интернете, как это проходит. Да, еще у меня был выключен микрофон почему-то последние несколько минут. И мы вот так вот быстренько сюда и залетели. Так. Так. Поляну мы исследовали. Я здесь ничего не нашел, кроме цветочка. Зачем мне, кстати, был этот цветочек? Ну ладно, наверное, пригодится, пусть будет. По воде мы пройти не можем. Его тоже надо как-то активировать. Ну как? Это же тоже усилитель, да? За фонтаном ничего нету, да? А, вон там вот что за нычка. Не дает мне пройти, не дает. А где здесь активировать? Опа, тут можно просто проскочить, охереть. Ух ты ж, пещера, блядь. Так, ну это мы знаем. Ага. Все, пусть горит.
Тут есть подсказки, нету? Так, я должен найти подсказку. А, все. Нарандомили. И если мы сейчас прыгнем в тот портал, то что будет? Куда он меня унесет? Я ж не смогу все исследовать, да? А вдруг тут где-то шаман лежит и палку свою ждет? Ну-ка, давай попробуем. Опачки, опачки. Так, рандомайзом не получится это сделать, да? Я должен найти подсказку. Так, а через портал почему я не попробовал перепрыгнуть? Я понял, мне надо в это здание как-то попасть. Хорошо, я это и сделаю. Ё-моё. Вот тут весьма красиво. Ага, сюда надо все занести. Что-то как-то чересчур много головоломок. В одну кашу превратили что-то все. Раньше как-то постепенно, а тут надо там что-то исследовать, тут исследовать. Хотя их две всего, че же. Так, вот водопад, мы к нему вернулись. Поплыли что. Что, кровь наша или что? Ай, блядь. Так, а, это просто перекинуть. Угу. Все, что ли? Какой смысл от этого портала был, если я мог запрыгнуть просто? Так, давай-ка думать будем. Как это можно разгадать? Ну, здесь тоже гора. Гора, да? Можно везде рисунки одинаковые поставить. Или где-то должна быть подсказка. Так, ну я везде одинаковую сделал, да?
И она сработала. Хорошо. Эй! Не закрывайся. Ага. Так, мы нашли челика, но не нашли его палку. Хороший вопрос, где его палка? А палка здесь, наверное. Еще раз пробуем. Блять. Я не помню, как проходит эти миссии. Блять, не дает мне. Я не хочу за цветком бежать на миллион лет назад. Так, цветок есть рядом здесь. Надо изучить эти цветки все поблизости. Вон цветок есть, хорошо. Понял, как вот этой херне передать. Во-во. Как-то надо зарядить, в общем. И заряжается. Я забыл, как проходят эти головоломки, если честно. Есть другой вариант прохождения? Так, походу, дверь закрыл как-то. Я закрыл дверь, но зачем? Почему лиса не заряжается? Я не понимаю. Так. Я так не могу, да? Так, дверь открывается. Мы заходим.
Передаем энергию чуть дальше. Да, блядь! Опять на YouTube заходить, что ли? Подожди, а что если сделать, знаете что? Вот эту вот. Другую картинку, в общем, поставить. Где ни камни грузит. Сработает, да? Должен быть другой способ проникновения. Блядь, самая худевая глава за всю игру. А где-то камень взять или что? Как мне это сделать? Так, надо траву зарядить. Я это понял. Зарядил. Зарядил. Уже был в такой ситуации, я не помню, что я сделал. Так,
Так, в общем, нахуй, продолжаем. Я получил одну подсказочку через интернет. Надо получить, наверное, усовершенствование себя, а потом уже попробовать этого чувачка открыть. Ну, вы поняли, какого. Так, значит, надо сюда передать энергию. И сюда осталось, да? Где-то здесь видел цветок. Сейчас попробуем с новой способностью. Я не знаю, сработает, не сработает. Я просто начал смотреть какое-то видео, и что-то до меня дошло. Что-то дает нам усовершенствование вот этой херни. Все. Так, смотрим, что мы теперь умеем делать. Unlock Spirit Dash Ability. F нажимаем. Воу. Ну теперь-то мы сможем это сделать. Теперь мы точно сделаем это. Смотрите, сейчас все будет. За секунду перелетел. Оп, нахуй. И все, блядь. Подожди, а надо эту хуйню впитать, кстати? Я вот не помню, или себе надо передавать энергию, или не надо. Мы пытались передать, не получилось нихуя. Ладно. И походу это не важно. Вот так вот, на изичек. Все, братан, давай живи. Изменилось? Нет. Ага, вот этот значок. Его можем бесконечно юзать, да? Нам, в принципе, этот портал больше не нужен, да? Мы так сможем хуянуть. А, подожди. А, нет, он нужен нам, нужен. А, сука, не сработал. Наверное, не до конца загрузился. Пусть сначала загрузится, а мы потом ёбнем. Что-то нихуя. Я не понял. Так. Ага, ясно. Не ясно. Встаем, ждем, пока загрузится. В теле духа надо было, да, в теле духа надо все-таки энергию передать. Дверь откроется вот здесь вот. Какой я умный, блядь. Так, а где звук колоколов? Где звук костей? Ага. То есть ничего интересного? Я боюсь, что вот этими прыжками мы сейчас пропустим где-нибудь человечка какого-нибудь. Не пропустим. Так, здесь надо активировать портал. Ага. Как его активировать?
Так, я не вижу места активации. О, вижу, вижу. Тут груда камней, а здесь что? Мы на рандоме, как всегда. Это не работает. Здесь что надо сделать? Может, и есть подсказка? Чувак с камнями, значит, ты. Камней, да, это и есть подсказка. Ну, блядь, не знаю, такое себе. Там-то мы как-то нарандомили, да, вроде? То есть нижний рисунок это подсказка того, что должно быть сверху. А там-то мы как сделали, вроде не так. И вообще даже не по логике не действовал. Я просто нарандомил и все. Воу-воу! А не получилось. Странно. Может, надо ускорить эффект? Вот так вот, да. О, вот и палка, кстати. Блядь, я как запрыгнуть в дверь? Он не дверь мне запрыгнет, тварь. Ладно, значит, надо опять назад туда пиздёчить, а вот так вот. Блять. Да блять. Да сука. Блять, давай, давай! Ладно. Давай, давай! Сука! Давай! Да, блядь, не работает. Может, два раза надо как-то? Как это сделать? Так, так, так. Если я сделаю... Почти, почти. Нет, чем выше летишь, тем... Нет, подожди. Почти. Раньше жать или позже? В момент падения или в момент, когда мы набираем высоту? По сути, когда мы набираем высоту, мы должны. Ну я не понял нихуя. Да, сука. А-а-а. Да почему не допрыгивает-то? Подожди, мы делаем прыжок? Рывок. Да почему не долетает-то? Я не могу понять этого. Сука! Нет! Нет!
Ай, зря я случайно нажал. Блять. Короче, разгоняемся, нажимаем рывок, летим, рывок. Все. Так, взяли палку. Идем выше, смотрим, есть там, то нету. По-моему, там он не лежит как раз. Ну, уронил палку, старичок, что не бывает с кем. И чешем дальше. Ой-ой-ой, какой огромный мир. Какая огромная глава. Так, где эта табличка справа должна появиться? Справа должна ты... Ага, все, появилась, заебись. Что, все эти шары я должен зарядить? Так, здесь нужно что-то освободить, ясненько. А откуда начнем? Так, путь указывает туда, а там что у нас? Так, ну тут не пройти. Тут не пройти, ясно, не дают уже. Так, отдаем энергию. Так, этот шар, что его надо катить будет? Сюда тоже надо энергии, туда-сюда, туда-сюда, понятно. Сейчас шар покатится, другие толкнет, ясно, поиграем в боулинг. Блять, я хотел нажать букву F побыстрее. Ну, рывок, пока еще вся энергия не ушла. Не работает, так не работает, ясно. Энергия все-таки уходит. До начала анимации. А не во время. Что там такое за спиной? Угу. Ну, давай. Покатится шар? Ну покатится, да? Ну покатился, молодец, давай посмотрим. Бам! И все остальные зарядит. А, он поднял уровень воды. Там были? Так, мы здесь были, да. Он поднял уровень воды, чтобы мы прошли дальше. Так, я еще не все расследовал. Вон там какая-то нычка есть. Или все расследовал. А что мне не дает пройти? Что мне не дает выпрыгнуть из окна? Он мне не дает, прикиньте. Еще можно зарядить. Я что-то про эти картины вообще забываю. Я что-то их даже не ищу. Ну, неплохо, неплохо. Пусть будет. Так, теперь мне энергия нужна, чтобы делать прыжки, поэтому цветочки придется собирать. Так, давай, заряжай меня.
Тупо на рывках сейчас буду. На рывки, прыжки буду делать. Вот так вот все. Локации будем быстро проходить. Так, это чей-то домик был? Домика больше нет. А в воде можно использовать рывок? Да, в воде можно использовать рывок. Все, так. Угу, отряхнулись. Ага. Таманчик, вот, отдали ему палочку, пошли заряжать ворота энергией. Энергию передали. Ой-ой-ой, сколько шума. Так, теперь ищем травинушку нашу. Awaken 12 шаманов. Ага, 12 шаманов мы пробудили. Их, по-моему, 20 в этой игре. Ага, нифига. 8 хуёвин. Что дальше-то? А вот, дальше путь нам туда, наверное, да? Ну, цветок по-любому надо взять. Давай мне энергию быстренько. Бля, голова такая длинная, просто пиздец. Ух ты, как повезло, что успел перезарядиться у него в этот момент. Рывок. Ой-ой-ой! Ясненько, здесь опять какой-то движ будет сейчас. Так, надо шары катить. Да, Витя, я знаю, что он покатится. Зачем ты мне это показываешь? Что, меня убьет, что ли? Он может меня убить, кстати? А, нихуя! Вот это прикол. Прикол, у нас духа превращает. Неплохая проработка, я бы сказал. Что здесь, зачем эта башня? Так. Я вас понял. Мне надо найти цветок. Цветок найден. Так, вот так вот, быстренько, еще быстренько, быстренько, и перейдем энергию. Я видел уже, куда ее надо передать. Успел? Успел! Сейчас второй шарик покатится. Давайте, наверное, закончим.
Поэтому всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Продолжим в следующей серии.